Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о моднейшей помпе марки Royal Exclusive, модель Red Dragon 3. Так, эта помпа для морских аквариумов очень надежная, очень тихая, очень классная, очень дорогая. В чем же преимущество? Сразу хочу сказать, что предыдущая такая моя помпа отработала 7 лет непрерывно, верами и правдами. Огромное преимущество в том, что она мощная, и как я ее один раз настроил, и все это время она работала, и я ни разу не крутил кран. Значит, здесь титановое все, что может быть титановым. То есть ротор, мы сейчас его достанем, разберем, да, поглядим, статор, болты, пластиковый корпус и система для промывки ротора. Значит, давайте, ребята, разберем сейчас и посмотрим на ротор. Вот я это все добро раскрутил и достаем. Вот такой вот нифига себе ротор. Я знаю, что у этих помп большая проблема с тем, что вот этот якорь, он вздувается, то есть как-то туда под компаунд попадает вода, они вздуваются по прошествии времени. Но вроде как в обновленной линейке это все обещали устранить, посмотрим, сколько прослужит. Вот, и здесь статор тоже, соответственно, с промывкой, вот это тоже титановый такой вот корпус. И в комплекте еще такой вот моднейший контроллер. Тоже он под килограмм, наверное, весит. Подключается здесь сетевой кабель, вот такой мягонький проводочек. Тут тоже надо сказать, провод этот очень мягонький. Вот таким штекером подключается это все хозяйство. И здесь на контроллере есть разъем для сигнала 0,10 вольт, что пригодится для управления помпой с компьютера. Ну, такое себе... Такая необходимость, потому что тут контроллер, который есть, он достаточно точный, там по 2 ватта можно прибавлять, то есть можно очень точно настроить. Ну, значит, такой несколько сумбурный видос у меня получился сегодня. Подытоживая вышесказанное, что хотел бы сказать. Я прям советую вам этот насос, то есть основываясь исключительно на собственном опыте. Как вы понимаете, компания Royal Exclusive мне денег не платит. Никаких, они вообще вряд ли догадываются о моем существовании, поэтому исключительно на собственном опыте. Тут может быть два подхода. Я понимаю, что на эти деньги можно купить десяток помп Jibao и, в принципе, каждый год их менять, ну тут уж кому что. Вот, надеюсь, вам видос понравился. Мой пишите в комменты. Также в комменты можете писать об оборудовании, которое вы хотели бы увидеть у меня на канале. Вы знаете, я иногда делаю такие обзоры по оборудованию. И хотел бы еще сделать такой небольшой анонс. Хочу сделать большую серию видео об компьютерной автоматизации в аквариумах. Да? Я считаю, что это огромный пробел у нас, недопустимый совершенно, надо его заполнять. У меня есть компьютеры Apex, Neptune Systems американские, которые я очень активно использую и счастлив просто, поэтому я обязательно сделаю прям огромную серию, потому что русскоязычного такого контента просто нет. Хотел бы показать вам такие архаичные ламповые, значит, компьютеры IKS. Но это все в продолжении темы того, что можно этот контроллер подключить к компьютеру 0,10 вольт. Там огромная интересная тема, так что пишите. Все, чао-какао, увидимся в следующих видосах, пока.